ощущения по игре? Хорошая игра, тяжелые погодные условия. Прекрасный, сильный соперник. Мы недавно с ними на кубок играли. Прекрасно понимали, во что они будут играть. Ну, игра кубковая и игра чемпионата как-то отличались между собой? Конечно, кубковая игра не намного отличается от чемпионата. Вот, поэтому... Но в любом случае, две боевые игры получилось, что на кубок, что сейчас.